Весна опять пришла, но лучики тепла нам не заменят наш подкожный жир. Опять защемит грудь. Опа! А? Привет, Мишки! Привет! Я из цирка в лес вернулся! А вы все лапу сосете, да? Мы хотя бы свою, а не государственную. А ты на сахар-то поди подсел, да? Да, не-не-не, с чего вы взяли? Конечно, нет. Печеньки есть? Я сказал подсел. Печеньки. Есть мед. О, мед пойдет, ага, давай. Давай, на дерево лезь вон, давай. Ой, не, у вас какой-то неправильный мед. У нас всю еду в клетку приносили. А у нас тут шведский стол. Только площадью 50 гектар. Погоди, в клетку? Ну да. Так ты сидевший. Кстати, процент адаптации россиян, отбывших наказание в местах лишения свободы, крайне мал, господа. Да. Что, прости? Да это мы просто пикник на день прокуратуры разогнали. Вот кое-какая литературка осталась. Развиваемся. А ты не изменишься. Вот свою лапу будешь сосать, а на чужие будешь поглядывать. Так что вали отсюда. Вали. Ну, мужики, ну что вы так строго? Вы же видели, меня увезли. Увезли. Да ты 5 километров за УАЗиком бежал. У них выбора не было. Да. Зато я в городе много чему научился. Да? И чему, например? Вот умею считать до 10. Как раз охотников перед смертью посчитаешь. Раз, два, три, четыре. Еще, мужики, я могу бензин у таксистов сливать. Зачем? Ну я ж на мотоцикле езжу. А зачем тебе мотоцикл? Ну, можно ездить и бензин у таксистов сливать. Вот что можно. Да нет, ты в лесу не выживешь. Нет, конечно. У тебя режим же сбит, и подкожного жирка совсем нет. Вот это вы зимой спите, а зимой в цирке самые корпоративы, самое бабло. Бабло? Что это бабло? Ну, это слаще меда. Что может быть слаще меда? Бабло. Хочу бабло! Я хочу бабло! Хочу бабло! И вообще, вы неправильно делаете, что так много едите перед сном. Так мы испокон веку так делали. Просто медведи олицетворяют мечту любого россиянина. Ты зачем вернулся-то? Я? Да я все на пенсию вышел. Да, у нас там с этим строго. Чуть-чуть опоздал, и все. Одна дорога. Кости у камина греть. Кому-нибудь. Так что, строго. Ну, еще это, семью хочу завести. Ну, там в цирке одни крокодилы. Правда, был один дельфин, но он сказал, что мы не пара. Хлопцы, а где Маша? Ну, девочка Маша, которая ела из моей миски, которая спала в моей постели, а? Не дождалась тебя, Маша. Выросла, в институт поехала поступать. Такая девка вымахала на халявной-то каше, а? Ну все, не ждет тебя здесь больше никто. Уходи! Давай. Уходи, давай! Ну что вы так строго? Ну, я вам пригожусь. Зачем? Вот вы просто так поете, да? А у меня балалайка есть. Ну слушайте. Цирковые купола на груди наколоты. Шорты натирают зад, но блестят, как золото. Мишка! Русский Мишка, вот ты где! Мишка, возвращайся, Мишка! Ну, у нас без тебя пирамида разваливается. Нет, Эдгар Аскольдович, все, я с пирамидами завязал. Я, по твоей милости, главой оригинального МММ стал. Хватит! И тебе советую, завязывай, посадят тебя. Мишка, вернись, я прошу, я столько в тебя вложил, мои дети хуже, чем ты воспитанные, эти животные. Ты их сам разбаловал? Конечно.
сетка, страховка, гонорар деньгами. Пичка, ну. Пичка, я на все готов. Хочешь, разрешу тебе попкорн между рядами доедать? А? Хочешь? Хочешь, плетку тебе в номере дам. А хочешь, обруч не будем поджигать больше. Нет, я все решил. О, видит Бог, я этого не хотел. Я отдаю твой номер с мотоциклом Николаю. Нет, только не это. Мой мотоцикл. Этот козел у меня все отобрал. Это очень талантливый козел. Такие козлы на мотоциклах на дороге не валяются. А козлов на мотоциклах очень много, сам знаешь. Хорошо, я вернусь. Но я хочу двухкомнатную клетку, шорты на размер больше, мыться два раза в год. Ого! Да. И второе колесо на велосипед. Вот так. Да. Ненадолго тебя хватило. Пошел по кольцевой дорожке. Я же говорил, он безнадежен. Нет, 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 Мишки, вы просто не понимаете. Аплодисменты, они как наркотик. Ну, хотя вы и наркотики-то не пробовали, да? Мишки, ну-ка, ну-ка. А? Вот, почитайте, пожалуйста, наши брошюрки. А-а-а. Вот, да, служба по контракту. Стань настоящим медведем. А-а-а. Ну, добро пожаловать в цирк. А? Ммм, да она сладкая, как весенняя малина. А-а-а, при первой грозе. Да, пойдемте в цирк, друзья. Вот, аплодисменты, они еще лучше. Как бабло? Нет. Слаще! Да!